Список товаров, реализуемых в рамках программы «Социальная политика на благо каждого жителя», пополнился новогодней продукцией. Теперь ангарчане могут приобрести необходимые атрибуты праздничного стола по минимальной цене, в том числе новогодний кондитерский подарок. 800 грамм по 100, по 200 рублей, который будет находиться у нас в реализации, то есть он уже есть. И российское шампанское по 110 рублей. Идут сейчас у нас переговоры с производителем молочной продукции, то есть сеть белореченских магазинов, которые входят в программу, они уже поставили сметану 200 грамм, 15% жирности по 26,50. Товары, располагающиеся на так называемой социальной полке, всего на 10% дороже оптовой цены. В среднем же по городу наценка составляет 25%. Всего в этом году в программе «Социальная политика на благо каждого жителя» участвуют 130 предприятий Ангарска.